был настоящий прорыв. Человечество научилось записывать звук на разные устройства, трансформируя не только метод, но и подчас саму суть музыки, ее содержание. Но сначала мы будто видели все в одной плоскости, представляя себе мелодию, как средневековые люди представляли себе устройство Вселенной. Монофония. Словно клетки, звуки затем поделились на две составляющие. Пришла пора стерео. Как много тайн таило в себе следующее открытие пространственного звука. Стереозвучание окунуло слушателя в красоту двухканальной музыки. И уже ничто не слышалось так, как прежде. И теперь, дорогой мой, у нас в руках есть инструмент, который позволит нам обратить все это великолепие в тот образ, который ему и присущ. Четырехмерный. Мы научимся слушать музыку в квадрофонических аудиосистемах так, как она звучит на самом деле.